В Югре появится школа креативных индустрий. Ее откроют к началу следующего учебного года. Учреждения будут выявлять одаренных детей, проводить их предпрофессиональную ориентацию. Об этом сообщила губернатор Югры в своем аккаунте ВКонтакте. Напомню, накануне в Ханты-Мансийске состоялось заседание рабочей группы по развитию экосистемы креативного предпринимательства и сервисной экономики. На повестке приоритетные задачи поддержки развития творческого предпринимательства. Югра – один из первых регионов страны, в котором появился закон о креативных индустриях. Это позволило объединить усилия общественников, бизнеса и власти для формирования в округе условий поддержки и развития творческих и новаторских индустрий. По словам экспертов, опыт Югры можно будет ретранслировать на федеральном уровне.